Не открываем. Don't open your eyes. Don't open your eyes. Я смущаюсь, поэтому я запинаюсь, сука! Вы меня выводите, не выводите, пожалуйста. Я говорю... Санёк. Слышь, а? Сань? Да. Как там Настюха-то поживает? Кто? Настюха. Кто это? Ну, который это, блядь, в колготках шалава. Я не знаю таких. На, серьезно, ты не верил. Нет. Первая на кадр попадает Настя Лурия. Модель с колготочками, шлюшечка, вон она. На первой парте сидит. В Архангельск. Ну как? Вводи. А? Я по... Иди на ТикТок Поплавского. Поплавского? Да. Он такие тиктоки записывает. Нет, шо ты, я тебе серьезно говорю? Зайди посмотри. Ну, я не могу просто, мне кажется, это как-то даже настолько очевидно, что не очевидно. Вот, конечно, типа, там все серьезно в этом плане. Да простите меня, Наташа, блядь, с Вадимом, если я что-то не то спиздала. Можешь после стрима чекнуть. А, хорошо, спасибо большое за донатик. Хорошо, спасибо. Блин, не люблю, когда... Выдержала? И где-то как-то, наверное, перешла какие-то границы того, чтобы держать это в себе и никак никому это не рассказывать. И да, я тоже человек, у меня тоже бывают слабости и... Не плачь, а ну, успокоилась, блядь! Успокойся, или я тебя плюну. Я тебе отвечаю, я в тебя плюну, Аля. Муж должен зарабатывать больше жены. Никому он ничего не должен. Бля, ну мне, кстати, некомфортно было, если бы ты больше зарабатывала, чем я, например. Ну, например, да. Ну. Я довольно-таки хуй. Ты красавчик. С днем рождения. Не плачь, брат. А ты ебаный сыр, блядь! С днем рождения, дядь, ебаный рот, блядь! Давай, братик! Это слезы счастья. Большой донат, самый крупный донат на канале Joint Time. Это слезы счастья, ребят. Он не плачет, он по-другому он не плачет. Это слезы счастья. От большого доната. От большого шли. Карин, я посмотрел вчера, что ты чекала мой клип, и я немного офигел. Хочу сразу извиниться за то, что я матерился. Вот, за то, что матерился. Я по фану записал, ну, потому что не думал, что ты посмотришь. Хотелось бы очень пообщаться с тобой. И посмотри, пожалуйста, этот клип, не игнори. Вадима. Скиньте телеграм Вадима. Наташа пишет, я спать, ты че ебанулась? 8, блядь, вечера. Я так же ложился. Она так спит, дохуя, это пиздец. Чтоб ты понимал. Вот, типа, короче, ложимся спать. Я в 6, у нее это 7 утра. Я просыпаюсь в 11. Ты 5 часов спишь? Да, ну, то, что мне в зал. Она просыпается в 7 вечера. Ебать. В 7 вечера. Основной подарок уедет 21-го. Вот, смотрите. Прикольная? Блядь, не так сказал. Спасибо большое. Блядь, ты ебанутый! Сейчас я приду.
Не знаю, что это, чье это влияние, но он начал, понимаете, там, шмотки всякие красивые покупать. Смотреть на меня, смотрит на меня, знаешь, все проецирует на себя и такой, ух, вот это я красавчик, вот это я заебись, вот это я пиздатый. Он понимает, что не хочешь выглядеть вот в этом всяком... Алло. Алло. Спасибо. What? What? Третья не будет по акции. Ну давай. Кидайте, короче, ссылку на вот это вот со стримерами. А, Алина будет смотреть на стримеров и выбирать, кто ей больше нравится. Не, я не знаю, Дрона. Андрей, Модестов. А, тот, который с сестрой стримит? Ну да, да. Ну, видела его на красивый. Он красивый. Ну, не знаю. Но он красивый. Не знаю. Ну как тебе он? Опиши его. Я очень редко могу сказать, что мужчина красивый. Я это могу сказать на женщину, как бы, да? Мне нравится. Блин, женщина. А кого из женщин? Ну, типа... Кого из женщин стримерш? Окей, давай. Михалина, ты как раз знакома. Михалина. Пока не догадывайтесь, главной причины, почему я не лечу в Киев, вот, никто почему-то не понимает. Ну, ладно. Но, да, определенно, если я полечу в Киев, то это будет... потому что я захочу увидеть пусть одного человека. Сидим на жопе, равно ВМСК, АНГ с родителями. Не-не-не, Новый год я буду с ребятами проводить. Вот под первой фразой очень подписываюсь. Ну, я не знаю, я так не могу. Типа... мне очень важны поступки человека. Сейчас я камеру включу. Ты чего всем врёшь? Я сейчас камеру включу. Я не видел, что ты начала раздеваться. Отстань. Ну и что ты можешь? Могу вот так сделать. Нет, не могу. Могу. Это просто... да оденься! Тебе ещё стримить. Хватит.